На встречу были приглашены учащиеся средних учебных заведений города Рославль в возрасте от 14 до 16 лет. В мероприятии приняли участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области, Рославльский комитет образования, педагоги-психологи и преподаватели рославльских школ. Цель форума – пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. Данный форум разделялся на три блока. Первый блок был информационный, а второй блок профилактический, где ребята смогли проявить себя, показать, на что способны, и приобрести определенные знания, умения и навыки по борьбе с зависимостью и вредными привычками. Мероприятие прошло в форме открытого диалога. Каждый участник мог задать вопросы и поделиться своим мнением. Особый акцент был сделан на то, что наркозависимость – это не вредная привычка, а опасная болезнь, ежегодно уносящая тысячи молодых жизней. Полицейские напомнили школьникам о предусмотренной ответственности за нарушение законодательства области незаконного оборота наркотиков. В свою очередь, школьники подготовили концерт, посвященный здоровому образу жизни.